как вы ходите? Осторожно, осторожно. Кто там? Кабачки, да. Ты что ж, румный, что ли? Бедрило там. Там. Здравствуйте, тротуар здесь находится. Я вот разворачиваюсь. Все, спасибо большое. Зачем? Да, я паркую. Как вы ходите? Осторожно, осторожно. Куда там? Мужчина, стойте, стойте. Куда поехали вы? Задним ходом давайте. Задним ходом давайте. Задним ходом давайте, говорю вам. Мужчина, не делайте ДТП. Не делайте ДТП. Я тебе сейчас, блядь, по башке дам. Ты что, ружу бил? Ты куда давишь человека? Зачем давишь человека-то? Куда ты стучишь, блядь? А ты куда едешь? Куда давишь? Сейчас пойдешь ты у меня! Задним ходом давай и все! Аккуратней, блядь! Что делаешь? Ты нормальный! Полицию вызываем, все на вас! ДТП сделали! Ты самый умный, что ли? А, придурок, блядь! Вы зачем ДТП делаете? А? Ты смотришь, куда едешь? Вообще, ты тебе что нахуй надо? Ты что здесь делаешь? Тебе что надо нахуй? Вы по тротуару зачем едете? Я на парковку еду, блядь! Какая парковка на тротуаре? Какая, блядь? Вон там парковка! Да не парковки! Урод, блядь! Урод, блядь! Задний ход, давайте и уезжайте отсюда, блядь! Я, блядь, сам нахуй! Бедрило, блядь! Заехали. На тротуар заехали. Паркуйтесь, пожалуйста. А это для чего есть? Это для людей. Коляска, да? Да. Думаете, а машины там шли? Они все нарушают. На них вызвали уже эвакуатор. Еще один. Это еще кресло. Если нет, это сзади. А что вы здесь делаете? А так вот не хочу показать. Вот там, видите, парковочные места есть. Где там парковочные? Вот видите, где машина? Вот там не ищите. Вот эти машины собрался. Больше вы слушаете. Больше не так же подошли собраться? Да. Понял. Просто странно, вы общаетесь. Больше не нарушайте. Он тоже как бы здесь припарковался и получается. Мурка сзади дам человеку. Все, понятно. Просто смотрите, парковочное место. А, вот там машины, видите? Они все нарушают. Не-не-не, которые стоят вот именно не параллельно, а которые стоят вот так. Где шоссе, да, можно стоять. Вот, не подождите, где шоссе. А, вот смотрите, забор дальше, видите? Да, нарушают. Где гринпап? Нарушают? Да, ну вы сейчас ехали по тротуару самому. Понятно. Больше не нарушайте их. Какой хоть канал-то? Правостояние.
тротуар. Тротуар есть? Нет. Фотографируйте. Занял место в парковке. Вот он стоит. Куда мне встать? Я второй группе. Поищите парковочное место и где-нибудь. Все заняты. Там поищите парковочное место, найдите свободное. Для инвалидов? Да. Все заняты. Нашла какое-нибудь другое место. Вот наше другое место. Вы нарушаете. Вы нарушаете, вы паркуетесь в какое-нибудь место. Я не парковался. Вы парковались уже. Где вот тротуар и вот тротуар. Это тротуар, что ли? Да. Эти машины тоже нарушают. Это тротуар? Да. Припаркуйте, пожалуйста, машину. Где парковаться? Поищите парковочное место, ближайшее. Это не разговор, понимаете? Все парковочные места для инвалидов заняты не инвалидами. Надо вызывать и эвакуировать их. Вызывайте, эвакуируйте. Если а вам вы надо. Чем занимаетесь? Вы кто? Мы говорим, я человек прохожий, пешеход. Машину нарушать, да. Ты думал, что здесь проехать? Нет. Это для разгрузки грузовых машин специально сделано. А где припарковаться получается? В дворах можно припарковаться, здесь заехать. Где? Вон здесь можно заехать в дворах где-нибудь. А объехать? Ну, можно объехать, как вам удобно. Спасибо большое. Что, вы снимаете, что ли? Да. Зачем? Про нарушение. Что? Про нарушение. Какое правило? Ну, заехали, нарушили. Мы снимаем. А вы не снимаете, зачем вы снимаете? Ну, общественное место можем. Что? Общественное место можем снимать. Спасибо большое, что попадались. Вот здесь вот я с машиной ездит, сейчас машина ездит. Вам мешает машина, кто ездит здесь? Мешает. Мешает? Вот.